Громкий судебный процесс стартовал в Германии. На скамье подсудимых бывший эсэсовец. В годы Второй мировой он работал в Освенциме. 94-летний Райнгольд Ганнинга обвиняют в том, что, будучи охранником лагеря смерти, он занимался распределением заключенных и решал, кто из них отправится на предварительные работы, а кто в газовую камеру. То есть был пособником в массовых убийствах. Обвиняемому инкриминируется то, что он работал в качестве охранника в концентрационном лагере Освенцим в Польше в период с 1943 по 1944 год. В это время, по версии следствия, обвиняемый был причастен к убийствам как минимум 170 тысяч человек. Убийство не имеет срока давности, и как прокурор я отвечаю за то, чтобы человек был привлечен к ответственности. К тому же есть моральный аспект. Это наш долг перед жертвами и их семьями. Сам подсудимый не отрицает, что служил в Освенциме, но уверяет, к убийствам не причастен, так как работал в той части лагеря, где газовых камер не было. Отмечу, этот процесс первый из четырех, которые должны пройти в этом году. Еще три начнутся в ближайшее время. А в 2015-м к четырем годам тюрьмы за пособничество в убийстве 300 тысяч человек был приговорен Оскар Грёнинг. Его называли бухгалтером Освенцима.